Лучшие представители более чем 840-тысячного отряда ленинградской комсомолии собрались в Таврическом дворце на 17-ю конференцию Ленинградской областной организации ВЛКСМ. В работе конференции принял участие член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов. С отчетным докладом выступила первый секретарь Ленинградского обкома комсомола Валентина Матвиенко. Быть боевым помощником партии Ленина, умножать свой вклад в укрепление экономического и оборонного могущества страны, новыми достижениями в труде и учебе встретить 19-й съезд ВЛКСМ и 60-летие образования СССР. Решению таких задач отдает свой труд, творческий поиск, энергию ленинградская молодежь. Об этом говорили выступавшие в прениях. На конференции с речью выступил Григорий Васильевич Романов. Партия видит в комсомоле своего верного помощника и надежный резерв. Оправдать это доверие – дело чести каждого комсомольца. Со словами приветствия к делегатам обратились знатный ленинградский рабочий герой социалистического труда Чичеров, летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза Шаталов. Делегатов комсомольской конференции тепло приветствовали юные пионеры, учащиеся профтехучилищ. Забота партии вызывает горячую благодарность советской молодежи. На эту заботу комсомол отвечает ударным трудом, отличной учебой.